Слышь, розовый, у тебя фреймы есть рейда? Сейчас нету. Значит, ты Что? не видишь, там сколько у кого хп, там что, да, наверное. А зачем мне это сейчас? Чтоб ты понял, блядь. Я только на сложных боссах включаю. Если ты про это. А что она тебе дает на сложных боссах? Ну... Просто как бы включать, то она должна как бы всегда работать. Зачем тебе типа на сложных боссах, блядь? То подсейвить там, салют дать, еще что-нибудь, чтоб не искать. А, блядь, не выносить отдельно. А самому не интересно там, блядь. Типа на хп посмотреть, там что-то, блядь, на ману, там у некоторых его. Нет. Я когда в хм хожу, блядь, порой смотрю, блядь, там хп, знаешь, как летает, блядь. Чё ты мне предлагаешь, начинаешь хилить тогда, или чё? Я вообще ничего не предлагаю, я тебе, блядь, предлагаю просто это, фрейм включить, рейды, и все, блядь, посмотреть. Ну, скажи, как от дисконнекта избавиться, что-то полезное. Слишком далеко. Надо подойти. Нужно подойти. Ты на ком, Редвар? Чё? Ты на ком? На маге. На маге? Вон, видишь? И... Чё хотел-то? ДПСом поменяться? Дисконнект, там не спулят. А мы уже, блядь, босса убиваем, нет. Что-то странная хуйня у тебя какая-то. Да.
Я 5 раз до этого на яке в десятке вылетел. Нормально, успел. Ну 30-ку, короче, об 40. Это хуйня. Это хуя будет. Это без блока еще. С блоком полтинник сразу будет. Так что в блок убиваться не надо. Не знаю, у паладина в предел 50 сделали. Там так тут люди... такой же. Бог не из-за этого, не об 40. Тебя агра за счет этого будет больше. Да это хуйня, там столько агра не надо. Нам контентинга, по-моему, ни у кого не срывают игру. Все вот для этого терпения было заработать. Кто-то не проснулся, да? Четыре вагона отлетело. Под мордой стоит, блядь, как нуб. А, я думал, ты просто решил в рейд ее развернуть, зачем? Нет, просто я на себя метку поставил, и тут большой моб есть. Слышь, Радка, там, блядь, меч упал. Грущ. Для транса, блядь. Хуй, он нужен тебе. Специально для розовых, блядь. Что-то я в последнее время на их, блядь, кольцо не наблюдаю. Кинь в рейд этого, блядь, ст5 свой. Смотри, чё, блядь, не надо, у меня дисконнект, подожди. Я могу чем-нибудь помочь?
Давай договору шкаф. Нахера вот это тринило? На транспорт. Сейчас уже не нахера. Она в ПВП работает, не? Вот это тринило. Никакая тринило ПВЕшная не работает. ПВП. Не я одна. В смысле, вот эта хил сама работает, нет? Ничего не работает. Ну, на первое время этот танк упадет, нахуй, и теперь пока порвите. Не до танка, по-моему. Это вообще санина какая-то обоссанная. Когда ничего нету, и это пойдет, блять. Можно за ОД купить, по-моему, за 200, блять, чёрт. Вроде там есть на танк тоже. Добрый день. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда... Ты про ключ, что ли? Ключ хуйня, ёпт, поменьше. В этом Колизее вам предстоит... Ну, ключ не 200 ОД стоит, я тебя держу в курсе. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Не достаю. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Хоть один паладин есть в дискорде, каску по локам бафните. Был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Да какой, блядь, блок? Тут сходу 50 тысяч бьет эта хуйня моя. Нахуй блок нужен вообще, да? Нахуй нужен, нахуй. Он от дамага абсорб, да? Как упало? Или нет? От чего абсорб? Абсорб вообще 6 секунд КД. 10 ярости. Нет, от чего? Вот я и говорю. В смысле, от чего отдается количество абсорба? От чего? Блядь. От блока. Не от урона, от блока. Такая же хуйня, как у вас, паладина. Нет, у паладина абсорб, сколько ты Т5 ударил. Там сколько ты... ударил. Как казнь была, блядь. Все у них типа, блядь, не надо дамаг собирать. Зеркус, блять, нуб ебучий. Коша нету, да? Гильдия Яроваш. Ага. Кто, блять, набрал людей? Это знаешь, что ли? Ну так-то кош не стопроцентная хуйня, вой. Стопроцентная, он снимает. 90%, а не 100. Он снимает. 90%, блядь. Это нет? Если. Это чтобы не повешался 90, а снимать он снимает при нажатии. Давай обраску, лови. Там есть свои челики, не переживай. Thank you.
повержены! Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Чё я не бафаю каски. На мне есть, я не знаю, значит что-то бафает, да стучись до него. Там третьем пати паладин каску бафает. Это ачивка у тебя. Вы набрали 3,7к, это ваши лучшие очки, поздравляю, что за хуйня. Ты где читаешь вообще? Details пишет. Браска, сыщи, кулак, обнови ПДК. У тебя есть 12 минут. Обновить, блядь. 12 минут показывает. Мне просто 30 минут до конца хватит. Ничтожь, медьмом! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Шараксус, эретанский повелитель пылающего легиона! Ну вот, смотри, сколько ограблен. Из 2000. Там поняка напуливает, блять. Да какой напул, это по 400, блять. Раза по 40к. Дальше что-то так не критует. Ну-ка, может от блока зависит. Понял, просто на пол перестал хуярить. Все, пизда. А там формулу они не скидывали, ты 5. Ну короче. Хер что сделаешь, хер кто сорвет сейчас. Нужно в ФК уходить. Там формула что-то. Ты просишь. Ну, когда я блок нажимаю, у меня на 100% апается, то есть в 2 раза больше. Типа без блока он 6 тысяч бьет, а с блоком, блять, сразу 40, нахуй, 50. Беспечно играть с темной магией. Хуй знает, как это. Победили демона, и теперь вас ждет. У нас вагон один отлетел, напрости. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Давайте там в Раска с Редваром танков. Сражаться вместо твоих рыцарей. А ты чё, блядь, в обычке надо и там, что? Ну надо, наверное, там Китя будет кидать. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу. Давай в одного попробуем. Да подохните, блядь. Ну подохнут, их проблема. Давай спекайся. Ты спекаешься, нет? А, бля. Так, ну Локи, как обычно, луну. Короче, эту кашку собираю. Квадрат в Раска получается. Так, мой треугольник. Твой ромбик. Так. Первым сливаем звезду. Потом кружок. Еще череп надо контролить. Ой. Ну череп я соберу. Ой, это я перепутал. Там квадрат мой, да? Да. Кстати, это ретрик, а не холипал, сука. Ну, имейте в виду, черепок контрольте, это ретрик. Все, чекаю. Блять, меня выкинул. Бля, это пиздец. Заходишь? Да. Тебя не заебало это?
кахули делать? Писать в Blizzard? Что за хуйня? Уже писал по этому поводу, они говорят, перекрестись и хуй знает, жди. Короче, такой ответ примерно. Понял, да? Поехали. Слишком далеко. Беги, малышка, беги! Какая вакханалия. Все бьют, кого хотят. Тупые, блядь. А, у меня вара кто-то дал. Все убили. Хил не убитый, они стоят рогу хуярят. Сегодняшних потерь мы стали слабее. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Там, блядь, черная, как миг. Гибель, да, которая? Что за хуйня? Не знаю, пулит какой-то долбоёб, наверное. Тебя оценили и признали ничто. Если это долбоёб в Дисе, я тебе, блядь, еще раз объясню, нахуй. Никто команду пулить не давал. Тупой ебаный имбецил. Нахуй с ним, а чё тебя-то не прохилили? Thank you.
убийство. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Каску дайте по ДК. Да, дохуя агро надо проверить. Какая сальва, да. Не достаю. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Чё, приговор нет, нихуя, да? Это приговором ходишь, его с сундука проще достать, ну. Да нахуй меня. Кстати, я не знаю почему, сколько раз я сундуки покупал, я нихуя приговор не находил. А я сундука был приговором. Я еще помню, когда, блядь, на варе нахуй начинал играть, вот эти сундуки, блядь. Покупал, нихуя там. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Че, типа, про законтролить может? Законтролим? Залупа это все, блядь. Это все. Если ДПСа дохуя, можно контролить. А если вдруг ДПСа не хватит и выйдут еще жуки, то будет ебаный вайп. А я вайп не хочу смотреть. Будет вайп? Можно будет фернуть на крайняк двоих, а двоих убить? Зависит от исполнения. Я на крайняк тебе бомжей дам. Не будет вайпа убить. Смотря какой ДПС босса, вроде нормальный ДПС. Если воет не тащит, хоть бомжи затащит, блядь.
бьем или контроллер? Похуй вообще, как хотите. Хочу не запаливать. Девушку. Выводи из контроля, агри. Бомжей. Я подвел тебя, господин. Бомжи сила, да? Раньше я помню, его только так закрывали бомжами, блядь. У меня уже достаточно таких предметов. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. У меня уже достаточно таких предметов. Открой свое сердце свету. Счастливого.